Итак, байдарка Вега 2 в заводской упаковке. Распечатываем. Попробуем сейчас ее надуть и собрать. Поставляется с насосом, но вот это вот не родной насос. Вот, поставляется в заводской упаковке. Значит, здесь насос не совсем родной, поэтому он может немножечко не подходить. Вот, но тем не менее. Складывается в 5 сложений. Вот даже разложим, чтобы было видно. Песок. Так, вот она у нас такого красного с желтым цвета. Укороченная модель на 40 сантиметров. Классический Привет. Вариант на 40 сантиметров длины. У этого варианта есть всего 3 отделения, которые надуваются, 2 борта и днище. Надувать можно с любой стороны, мне больше нравится с днищем. Поскольку, еще раз, как говорю, у нас насос не родной, он может не очень подходить. Вот. Да, он не подходит. Поэтому я буду держать, ассистент будет качать. Покачай, пожалуйста, байдарочку. В родном варианте держать, соответственно, не нужно. Около 100 вдуваний в днище сделали. Теперь борта. Так, следующий. Пойдем в машину. Подуйте, пожалуйста. Надувается, соответственно, сразу весь борт. Тоже около 100 вдуваний получилось. Никита, давай теперь ты подержишь, я покачаю. Держи. Насос, как напоминаю, у нас немножечко не подходит, не родной насос, поэтому приходится держать его вручную. Вот на этот борт около 80 вдуваний получилось. Так, теперь мы сейчас быстренько догоним мячик и потом продолжим нашу презентацию байдарки. Значит, помимо того, что у нас есть надувные борта и надувное дно у байдарки, у нее есть еще надувные сидушки. Надуваются с одного клапана, есть перемычка соединяющая. Так, тут еще надувная сидушка и надувная спинка. Я опять-таки забыл вывернуть клапан. Соответственно, не забываем это сделать. Итак, что мы имеем на байдарке? Давайте начнем с носа и пойдем назад. Во-первых, ручки. Прочная стропа в два сшитья. Здесь проложена ПВХ-шная ткань. Силовые окончания. Нос усилен ПВХ-лентой. На деке имеется резинка, испытана в действии. Отсекатель для лишней воды, которая попадает на палубу, чтобы вода стекала в бока. Коленные упоры с регулировкой, соответственно, можно отрегулировать под себя. Надувная сидушка испытана, опять-таки, в действии, довольно удобно и комфортно на ней сидеть, высоко и хорошо. Дальше боковые баллоны надуваются через клапана. К клапанам имеются предохранительные клапана, стравливающие излишки давления. Далее, на корме мы имеем все то же самое. И, в принципе-то, все. Вот. Байдарка укорочена на 40 сантиметров. Спортивный вариант. В общем, рекомендую. Собрали байдарку в собранном виде. Нет, ты наш этот испортил. Чехол большой, позволяет в него упаковать еще кучу различных вещей.
Можно упаковать весла, можно упаковать гермомешки, можно упаковать личные вещи. Вот. Удобные ручки для переноски. Всем рекомендую. Никит, принесли.